И мы просто, мы даже искупаться не успели. У нас вот вообще, у нас вот такой суббот... Я очень люблю говорить, если вы не против, я буду рассказывать про добавление мастерию. Но у нас сейчас вот прям 10 минут назад, короче, нам нужно, ну ладно, минут 40 назад, нам нужно, короче, выезжать на концерт. И вы знаете, закон подлости, короче, вот ты собираешься что-то делать, тебе нужно быстро, и какой-то человек вот всегда будет тупить. Так вот, мы садимся в машину, и мы говорим 3 раза, что нам нужно ехать на концерт, отъезжаем, и водитель: а куда едем? Мы говорим: на концерт. Он: все, поехали, поехали, поехали. Едем, 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 едем. Матвей забыл наушники. Не вернулись, не вернулись. Вернемся позже. Ну, короче, это закон полностью. Он сегодня у меня еще произошел. Я пытаюсь поспать, а мы не спали совсем. Мы из другого города сюда к вам приехали вообще. И я пытаюсь поспать, и мне раз звонит один человек, 2 звонит другой человек, 3 звонит другой человек. И я уже почти засыпаю, и у меня тын-тын. Я думаю, ну не может у меня во сне быть, типа, звонок от моего номера. Я открываю глаза, и мне звонят из отеля и говорят: у нас комплимент, типа, от нашего отеля. Я говорю: спасибо вам большое, заносите. И там десерты, а я не переношу десерт. Я даже запах не люблю, я прям не могу есть сладкое. Есть такие же торты, но не все же любят. Вот. Ну, короче, сейчас будет песня, в общем, прям для открытия пляжного сезона, я считаю. Время танцевать. Потанцуем? Да тут нужно прыгать, танцевать, веселиться там, да? Погнали. Прости, я про любовь, а ты прости. Я за тобой, а ты за глупости. Так влюбился, что не вывести. Так сильно тебя теперь не отпустить. Я уверен. Итак, история.